Здравствуйте, вот покажу, какое печенье сегодня накупила. Это вот у нас называется ленинградское, вот такими помпушечками, как будто у церкви головка, вот такая помпушечка такие. Так, ну это такие печенья сдобные, как раньше делали. Всякие такие, и было удобное, вот такой малышок называется, вот, малышок. Так что удобное, это ленинградское, это малышок. Это вот мне, я вот очень люблю печенье юбилейное такое, ну сейчас лето вообще с шоколадом не стоит покупать. Так что вот, а такое вот печенюшечка. И новую придумали с клюквы. Она очень дорогая, клюква дорогая. Но вот сегодня там скидка была, поэтому купила. Вот. А так дорогое печенье. Ну и такие я иногда завитки беру. Завитки. Как это? Радости, что ли, как это называется? Завитки, да. Завитки с сахаром. Вот такие вот завитки. Вот. Вот они вот такие завитки. Вот такое печенье сегодня у меня. Так что вот, ребятки, какое я себе накупила сегодня. Сегодня детали каких накупила. Вот таких интересных деталей. И рожи всяких печенюшек я сегодня приобрела. Так что вот так вот. Ну вот, всего хорошего, до свидания. Чего у вас там вкусненькое? Покажите, что вы любите вкусненькое. Вот я все время меняю. Вкусненькое, вкусненькое. Так что всего хорошего, до свидания. Жду вас на моем канале. Пока-пока. All the best. Bye-bye.